Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info. Перед нами Google Pixel 6 Pro. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве просканировать QR-код. Для этого мы берем наш QR-код и берем нашу камеру. Все очень просто. Во-первых, надо проверить, включено ли у нас сканирование QR-кода в камере. Заходим в настройки и выбираем пункт подсказки Google объектива. Если он у нас включен, тогда мы можем просто навестись на наш QR-код. И вот мне телефон говорит, что QR-код ведет на сайт hardreset.info. Просто нажимаю сюда и все. Или же мы можем сфотографировать наш QR-код. Если у нас, к примеру, нет доступа к интернету в данный момент, но хотели бы просканировать ее позже. Дальше переходим в еще режимы, выбираем объектив. И здесь тоже или наводимся камерой на Google объектив, вот этим квадратиком наводимся на наш QR-код, или выбираем QR-код из галереи. Для этого нажимаем «Открыть галерею», вот изображение. И мне тоже телефон говорит, что QR-код ведет на сайт hardreset.info. Я могу здесь скопировать ссылку на нее, кому-то ее отправить или перейти на сайт. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале, а если у вас остались какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!